Привет, я Даша Астафьева, украинка. Пишу это видео в надежде, что его увидят мамы, жены, сестры, женщины тех мужчин, которые убивают наших детей, наших женщин и мужчин, которые защищают нас и нашу страну. Как женщина, я вас умоляю, пожалуйста, не разрешайте им сюда приходить. Практически все задержанные мужчины из России, которые пришли освобождать мою страну, им даже нету 30 лет. Задумайтесь, что вы делаете. Эти мужчины переодеваются в форму военных. Эти мужчины расстреливают на месте стариков и детей. Эти мужчины расстреливают больницы, где спасают онкобольных, где спасают детей, питомники. В вас нету ничего святого. У меня вся надежда на женщин, я умоляю. Я знаю, какие вы смелые. Россия, Белоруссия, пожалуйста, оставайтесь дома вместе с вашими мужчинами. Пусть у каждого из нас появится надежда выжить. Мы каждое утро просыпаемся с надеждой, что наши родители до сих пор живы. Мы их уже так давно не видели. И это самая большая мечта – увидеть маму и папу живыми. Я вас очень прошу, пожалуйста. Мы находимся в относительно безопасном месте, но это не имеет значения, потому что мы не знаем, будем ли мы живы уже через час. Нам очень страшно, я умоляю вас. Я умоляю не только Россию, Беларусь, я умоляю весь мир помочь нам. Прошу вас, распространите информацию, поддержите нас. Я очень верю в то, что люди, которые принадлежат культуре, искусству, поддержат нас. У меня на вас такая же надежда, как на женщин. Потому что мужчинам нравится убивать. Вы не представляете, что они делают в нашей стране.